Дорогие друзья, доброе утро. Я представляю вам установку подводное вертикальное натяжение позвоночника, вот, которая очень эффективно помогает при заболеваниях компрессионно-механического характера, вертеброгенных заболеваний позвоночника. То есть, как вроде говорят, радикулиты. Радикулиты могут быть и болевой синдром вызывать в шейном отделе, в грудном отделе, в пояснично-крестовом отделе позвоночника. И вот данная установка, она как раз излечивает достигаемые ремиссии при болевом синдроме именно заболеваний, которые связаны с давлением сосудисто-нервных пучков, которые выходят из позвоночника. У нас показания хронические боли в позвоночнике, под острой стадии, стадии нестойкой ремиссии, болевой синдром в области позвоночника. Естественно, разная этиология, поэтому желательно до того, когда начать лечение на данной установке, обязательно выполнить исследование позвоночника или КТ, или МРТ того отдела позвоночника, где находится болевой синдром. Противопоказания мы не берем на вытяжение при остро-болевом синдроме, при нарушении кровообращения в спинном мозге, в головном мозге, острый инфаркт миокарда, сдавление конского хвоста, так называемого, это вот продолжение спинного мозга, значит, нарушение функции тазовых органов, нижний парапорез, вот, ну, то есть такие общие противопоказания у нас присутствуют. Само вытяжение именно снимает спазм, релаксация мышц, температура воды у нас 35-36 градусов, то есть тепловой эффект, и при действии его на мышцы, на связки, на сухожилия, вот, лучше наступает вытяжение, растяжение вот, данных вот, мышц, суставов, связок, сухожилий, и создается между позвонками отрицательное давление, и вот эти грыжи дисков, протрузии, экструзии, они возвращаются на положенное место, и тем самым устраняется болевой синдром.